Всем привет, кексики! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. И в этом видео мы вместе с вами распакуем вот такой вот адвент-календарь с самодельными антистрессиками. Дальше вот вы посмотрите, какие я тут сделала гиперреалистичные вот такие вот циферки 2023. С новым 2023 годом и такой принт коровки тут. Ёлочка, попутик, подарочек, такие подарочки. Коврик, кексик и такой каминчик. А вот это вот вино, кстати, видела La Fanfan. Я тут забыла ей сделать чубчик. Ладно, бывает. Тут еще, кстати, на елочке есть вот такие вот шарики. Да, простите за голос, просто я приболела. Итак, ну а мы с вами начинаем распаковывать. Да, тут еще, кстати, есть вот такие вот как снежинки. Так, давайте начнем с номера один. Да, еще также обязательно подписывайтесь на мой аккаунт в лайке, ведь там проходит конкурс на настоящий антистрессовую вернушку, поэтому не упустите шанс. Так, и нам тут с вами попался вот такой вот бриктик. Хопа. Напишите в комментариях, знаете ли вы такой антистресс. Кстати, туториалы на все антистрессы обязательно будут. Так, ну а мы с вами переходим дальше, то я опять... залипла. Итак, следующее число 2. Ищем. Итак, номер 2. Фейл. Потому что тут просто обычный антистресс. Вот такой вот. Так, переходим дальше. Номер 3. И нам тут с вами попался вот такой вот прикольненький антистрессик. Хопа. Это апельсинчик в пеньке, так скажем. Я еще также разработала новый способ, поэтому обязательно ждите, как сделать вот такой вот антистресс в пеньке. Так, переходим дальше, номер 4. Давайте будем делать так, чтобы нам было удобнее. И еще, кстати, я хочу сделать второй адвент-календарь на Новый год, поэтому ждите. Так, 4. И тут нам с вами попадается вот такой вот тимпл-димпл. Вы скажете, почему это связано с Новым годом? Потому что это чемпионат мира по футболу. Он проходит в этом году к Новому году, так скажем, и поэтому я решила его сюда положить и сделать. Как раз я поучаствовала в конкурсе в лайке. Так, номер 5. Да, кстати, в самом начале тут какие-то не очень антистрессы, ну, как всегда, да? Тупо я. Так, окей, дальше. Номер 5. Тут пойдут самые прикольные. Самые прикольные в самом конце. Хопа! Это вот такой вот антистресс, там огочек с язычком, такая елочка. Это еще такой странный язык, это уточка. Так, переходим дальше, номер 6 как раз тут. Нам тут с вами попадается вот такой вот подарочек с прошлого года, да, тут один только антистресс повторяется. Такой еще как АСМР. Так, дальше номер 7. Так, ищем, ищем. И тут у нас у меня вот такой вот симпл-димпл видео, олененка. Да, кстати, вот эти вот рога будут потом, потому что еще пока что мне кое-что не пришло. Там должны быть специальные трубочки, а в моем городе их, к сожалению, нет, и они задерживаются. Но в туториале будет с трубочками. Какой прикольный симпл-димпл. Так, переходим дальше. Номер 8. Ищем. Вот он. И что же тут у нас?
Как вы думаете, что это связано с Новым годом? Это вот такая вот ватрушка для катания. Напишите, пожалуйста, в комментариях, похоже, у меня получилось, либо же нет. Но если так считать, да, сюда мы садимся. Это не оригинальная ватрушка, конечно же, но все равно ватрушка. И тут у нас с вами вот такие вот штучки. Давайте втроем их попробуем одновременно. Ой, там у нас из дырочки ненужной. Из нужной не хочет, не из нужной, пожалуйста. О, такой прикольный антистресс вам, мне кажется, просто бомбический. Так, переходим дальше, номер 9, вот он. Нам тут с вами попадается пряничный человечек Сквидопоп. Этот, кстати, антистресс придумала я сама. Так, окей, мы с вами приходим, а то я залипла. Так, номер 10. Вот он. И нам тут с вами попадается вот такой вот горошек. Необычный горошек, а с вот такими вот шапочками новогодними. И третий горошек. Вот он. Не хочет вылазить, скромняшка. Такой вот прикольненький антистресс. Мне он, кстати, очень сильно нравится. Я, кстати, на него тоже не снимала ни разу туториал, поэтому, думаю, вам будет полезно. Так, дальше же номер 11. И тут какая-то бумажка. Давайте ее достанем. Давайте так. Па-бам. Так, читаем, что же тут за послание. Итак, украсть комнату, да, обязательно украшайте свою комнату к Новому году. Так, ну а мы переходим дальше, это был номер 11-12, мы, кстати, почти весь его распаковали. 12-13 осталось. Кстати, по номерам 13 самое прикольное. И нам тут с вами попадается вот такой вот сквишек Тока-Бока. Так, и номер 13. Как вы думаете, что это? Это вот такой вот антистресс. Почему он к Новому году? Потому что. Тут такие блесочки, и мне это показалось новогодним. Такой вот бесконечный антистресс, как его называете? Так, все, я уже залипла в нем. Тут вот такие вот они тут прикольные. Так, фокус давайся. Вот. Мне кажется, просто антистресс бомбический. Бесконечный кубик. Но мое видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вы меня хоть как-то поддержите своими лайками. Вот, кстати, все антистрессы. И, как всегда, прошлая распаковочка была, когда темно. И это когда темно. Но судьба такая. И вот такие вот антистрессики нам сегодня попались в этой распаковочке. Давайте вот так вот. Будешь, чтобы хотя бы не так сильно смотрелось темно. Хоть я включила две кольцевые лампы. Ну, а мое видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно приходите в мой лайк и смотрите там видео. Ведь я собираю боксики с самодельными антистрессиками для своих подписчиков. Ну, а с вами была я, Арина, и такой адвент-календарь к Новому году. Всем пока-пока, желаю вам хорошего настроения. Бай-бай, я вас люблю.